всем огромнейший привет, огромнейший, просто субботы, вот. Дети мы разболелись вдвоем на пару. Даша приехала вчера тоже с температурой, больная. В общем, двое лежат. Лазарет. Иду сейчас в магазин. Нужно купить чай. Чай. Нужно купить лимон. Нужно купить там сахар, хлеб. Такое. В общем, по мелочам. И через полчаса приедут, привезут нам посудомойку. Но устанавливать ее будут в понедельник. Вот такие вот дела. По мне бы уже сразу в понедельник привезли и установили. Чем вот это 150 раз кого-то нужно ожидать. Ну да ладно. Так, значит, так. Идем в магазин. Погодка прекрасная. Тепло. Зелень уже аромат. Аромат уже этой молодой зелени. Свежесть. Не знаю, солнышко такое яркое сегодня. Мне кажется, как никогда в последние дни. Всем желаю хорошего дня. Но это ли не чудо? Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Как она, какой аромат издает. Господи, как я обожаю это уже, знаете, последнее время. Последние несколько лет. Раньше как-то равнодушно я к этому относилась. Как-то, ну, весна, да, весна пришла. Ну, красиво. Ну, главное, чтобы потеплело. А теперь вот эти ароматы, этот вид деревьев, этот вид маленьких, молоденьких листочков так умиляет. Я прям наслаждаюсь. Линда воображает. Посмотрите, как она воображает, блин, маленькая собачка. Села в образе, гляньте, хвостом тем калашматит, гляньте. Ой, Линда, царевна, да царевна ты, Линда. Да куда там, гляньте, гляньте на нее. Ой, это не Линда, это вообще, это цирк ходячий какой-то. Все, 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 стоп. Линда невозмутима. Линда держит лицо. Интеллигенция рулит. Все, видите, все наше общение. Все, иди, Катя, иди, Катя. Видишь, Линда вышла. Пошли уже. Гуляка. Все, она себя человеком возомнила. Она вообще не любит собачками. Так. Дает себя так снисходительно, знаете, снисходительно. Обнюхать, тем самым бровью просто не ведя, и бегом потом текать. Но зато уважительно. Видите, относится, какой дворик становится симпатичный. Зелененький такой, уже поуютнее, чем зимой. Голос еще такой, голос еще немножко сиплый, простите. Недавно только проснулась. Вот, потому что шторы закрыла. И все. Прекрасно. Я очень вовремя вернулась домой. Приехала доставка нашей посудомойки. Вот машина стоит. Очень все вовремя. Да, Линдочка, мы все с тобой. Мы с тобой две хозяйки. Мы с тобой все делаем вовремя. Вон, звонят. Звонят. Это ж к Линде пришли. Видите, как она торопится? К Линде пришли. Кукусики. Ну что, Линдочка, хозяйка, встречай свою помощницу. Посудомойку новую. Она, кстати, легкая. Сравнительно с этой, скажите мне, со стиралкой. Вот. Bosch мы купили. Вот модель такую. Потом уже в понедельник, как установят, я вам покажу. Вот, но взяли последнюю модель там. И температура, регулировка, щадящее там отношение к посуде. Ну, это так своими словами. В общем, все самое прекрасное, что есть на белом свете для посудомоечных машин, все есть в ней. Вот. Так, сделала себе завтрак субботний. Последнее время присела почему-то на тунец. Ну, я его всегда любила, но как-то на завтрак предпочитала больше сыр. Сейчас прям тунец с авокадо, с зеленью, с мягким сыром. Просто сейчас моя слабость. Могу есть и в обед, и вечером. Вообще круглосуточно. Так что вот у меня здесь бутербродики. Здесь у меня Филадельфия, потом авокадо. Короче, рецепты будут, девочки, по возможности в шоц. Заходите, смотрите. Вот именно этот рецепт в шоц будет. Авокадо, тунец. Мне нравится в масле Рио. Вот, там можно любой брать. И руккола, любая зелень. И хлеб предварительно
поджаренные. Вот у меня просто на сухом, ну, в этой моей бутербродница. Вот. Не на масле. Так что сейчас делаю себе кофе, и у меня будет приятнейший завтрак. Очень редко пью в этой чашке кофе. В основном молоко наливаю там детям. Вот, или мужу. А сегодня, потому что все чашки расхватали, а синие вот те вот с розочками почему-то мне надоели. Хочется чего-то нового. Так что всем приятного аппетита, кто вместе со мной сейчас тоже кушает. Так, девочки, надо мне приготовить какой-нибудь обед. Обед-ужин. Накормить свое семейство. Вот, я почему-то думала, что мы покупали кусочки порезанные, бедро куриное, которое порезанное. Почему-то я была просто 100% уверена. В итоге оказалось, что у меня вот такие вот кусочки порезанные куриное филе. Вот, просто куриное филе, к сожалению. Но ничего. Вот, и я решила, что приготовить. Конечно, с бедра было бы вкуснее. Вот такую, ну, макарошки такие. Обжариваем мясо, потом туда же добавляем, пережариваем все вместе лук, морковку. Ну, я совсем немножко взяла, потому что мне не очень любят морковку. Вообще, желательно морковки побольше. И мясо, конечно, желательно там свинину, вот говядину. Вот такое будет больше насыщенный вкус. Но свинину я не буду своим. У меня, кроме Валерыча, никто не любит. Вот говядина долго готовится, тоже не хочу. Поэтому буду готовить то, что есть. И потом туда мы пережарим вместе с макаронами, добавим немножко водички, чтобы макароны постепенно-постепенно себя впитывали в воду и готовились. И получается, как бы в мясной такой подливе будут они готовиться. Но так как у меня курица, будет то, что будет. Но идею вы, надеюсь, меня поняли. Морковку нужно резать такими прям брусочками длинненькими. Но так как у меня дети ее не любят, если честно, я тоже... Самое не очень, как бы, именно, чтобы с курицей, то я буду тереть на мелкой терке, вот прям совсем на мелкой терке, на вот такой, чисто для вкуса, для насыщенности. Еще, чтобы вкус был более насыщенный, из-за того, что у меня курица, я добавлю вот этот торчин, вот эти овощи, 10 овощей или 20, на самом деле получается очень вкусно, ну, немножечко, не злоупотреблять. Хочу вам, девочки, показать без посудомойки. Вот, пожалуйста, как выглядит посуда. Как бы ты ее ни мыл, ни натирал, чем бы ты там ее ни драил, вот, пожалуйста, вообще не тот эффект. Так, девочки, смотрите, я пережарила курицу вместе, ну, точнее, сначала курицу пережарила, ну, чтобы не до сухого. Потом добавила лук, морковку. Морковку можете добавлять брусочками, если вы любите сочетание макаронные изделия с морковкой. Я не очень люблю, поэтому я сделала на мелкую терку, чтобы его, ну, чтобы не слышно было потом в готовом блюде. Вы можете крупными резать, как на плов. Вот, это тоже будет вкусно. Пережарила все, чтобы лук стал прозрачным. Ну, и морковка тоже обжарилась. Потом добавляем сливочное масло. Потому что сливочное масло в макаронах это вкусно. Вот. И потом добавила сами макаронные изделия. Какие вы там любите, но мне больше всего нравятся или рожки, или вот такие вот спиральки. Полуспиральки, полурожки. Все вместе пережариваем. Вот просто сухие пережариваем. Я уже посолила, поперчила, добавила... В общем, все специи, которые вы любите. Я еще добавила для вкуса обязательно перчик черный, но не острый. И обязательно, вот это вот я добавила сегодня. Так, и сейчас буду заливать водой. Водой сразу не торопитесь много, лучше потом подлить. Приготовились макарошки. Ну, в принципе, это основное. Так потом уже следить за приготовлением. И, в принципе, все очень быстро и очень вкусно. Посмотрите, какие они сочные. В подливке не сухие. И это вообще не тот рецепт, который со сливками, там, с грибами, с курицей. Я бы, конечно, сделала бы с курицей, но не с филе. Вот бедрышко, вот идеальный вариант. Но, к сожалению, и вам рекомендую сделать именно с бедрышка. Но, к сожалению, у меня как есть, так есть.
Ну, это вкусно благодаря подливе. Она куриная, овощная, насыщенная, немножко сливочного масла. Это очень-очень вкусно. Вот прям рекомендую. Особенно дети вообще такое любят. Так, покормила своих детей больных. Дашунька уже в состоянии урок сегодня провести. Вчера перенесла на сегодня. Сегодня я немножко лучше. Поменяла постели. Даша там поменяла себе. И я поменяла марку. Потому что, сами знаете, когда болеешь, лежишь, то потеешь и все такое прочее. Я хочу полить цветок, пока он кушает там, чтобы не мешать потом. То, знаете, парень взрослый, лежит себе плохо, и лазить туда-сюда. Он и так уже говорил. Можно я с Дашей поменяюсь комнатами? Ему не нравится, что балкон, и сюда постоянно кто-то ходит, что-то тут кому-то надо, ему это не нравится. Но это нормально, у него такой возраст. Так, а вот что у нас сегодня. Повторяется вчерашняя история. Вчера, кстати, дождя не было. Вечером просто тучки эти походили, и все. Сегодня, по прогнозу, дождь есть. Так что посмотрим, что из этого получится. Так, буду сейчас загружать постельное. Маркушина сняла стирку. И хотела, девочки, вам пожаловаться. Уже не знаешь, где тебя ждет, что, когда, в какую минуту, ну, где подвох, какую, в каком месте. Ну, правда, купила сегодня в нашем магазине Доместос, потому что для меня это очень важная вещь в доме. Мойка, унитазы, все это только с Доместосом. Вот, купила. Начала заливать мойку. Не буду вам сейчас лить сюда, здесь нигде. Просто дам густой гель и лимон на свежесть. Девочки, здесь просто вода. Он тупо разбавленный водой. Прям льется, открываешь. Я на Доместосе постоянно. Ты его выдавишь, гель, еле-еле густой гель стекает везде. Здесь просто тупо вода. Все мне в один голос. И Даша, и Валерыч, что неси, отдай обратно. Ну что мне обратно уже отдавать? Во-первых, я уже им немножко уже вылила. Во-вторых, ну вот понимаете, какая вот я, не знаю, нормальная, ненормальная. Мне вот сейчас сам факт, я приду, буду человеку об этом говорить, я буду видеть, как ему неудобно, как у него будет меняться лицо, и мне будет его жалко. Понимаете, не вот это, не себя жалко, а его будет жалко. И я не хочу этих вот ему доставлять неприятных минут, и поэтому я это все, как всегда, проглочу, и все, и просто там не буду больше покупать. Ну вот сам факт, имейте в виду, что такое может быть. Ну, короче, это, ну, здесь вода, просто. Шла себе сушилку доставать вещи. Думаю, наконец-то нужно достать и все разложить. Потом смотрю, сидит Линдочка под окном. Потом как поднимаю глаза, а там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а? Чё ж это творится такое? Боже, сколько красоты каждый день. Какой закат красивенный, да? Ну просто невозможно наглядеться. Гляньте, какие цвета красивенные. Шел дождь, кстати, вот, наверное, с 4. Вот до сих пор.
Как мне хочется время притормозить. Иду и любуюсь. Я уже молчу про аромат, который исходит от этих цветущих деревьев. Это просто неимоверное сейчас время года. Ой, удивительно просто. Я как-то давненько уже не ходила по улицам. Как-то все больше дети выводят Линду. И как-то больше мы туда, в сторону Львовского. Ну, очень давно, наверное, осенью, как ходила здесь. Теперь иду и просто наслаждаюсь. Эта дорога ведет, впереди лес. Вот лес, а потом за этим лесом там озеро Тверховина. Вот. Там вот очень красивое место. Птицы. Ну, вы посмотрите, как поют птицы. Концерт просто устроили. Там одна птичка сидела на заборе. Тут вот другая на проводах. Там где-то там еще одна. И вот они... Я не знаю, то ли переговариваются, то ли у них такие концерты. Я не пойму. Но это так мило. Еще очень красиво. Еще и аромат. Все сопровождается свежесть. От дождя.